eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Алло, друзья, всем привет, StarLadder с вами, Slam Strike, студия SLTV. Все в эфире, все готовы наблюдать за всем происходящим. Virtus.pro против Врожденных побеждать, карта Train. Это ответка, наверное, будет от Na'Vi, но я не знаю, загадывать кстати, не будем. Вчера какую карту играли? Вчера играли Train, и Na'Vi уступили с... Короче, Na'Vi взяли 15, и поляки дали, короче, камбэк на овертаймах. В рамках ESEA Invite League этот матч, в принципе, мы в расчет, наверное, даже брать на все 100 не будем, потому что сейчас StarLadder, но если Na'Vi здесь не выигрывают, то с лан-финалом они, по-моему, как бы, да, ББ лан-финал у них уже есть, будут. У парней уже 3 поражения, если не ошибаюсь. Давай я сейчас быстренько гляну, что там происходит в турнирной таблице. И давай. Если будет 4-е, то это будет действительно провал. Для рожденных побеждать, и шансы на выход сведутся практически на ноль. Ну и пока что мы ждем сайт-пика, и вот тут я смотрю... Нет, у нас уже, да, вот как раз-таки начинается сайт-пик и найф-раунд на ваших экранах. Прямо сейчас. Ну а пока составы. На везде в Starix, Edward, Cezet, Guardian и Virtus.pro. Это Neo, Taspasha, Snacks, Baeli или Bioli. Ну, мы его называем белый, поэтому привыкаем. У нас все просто, как в клубе, в компьютерном раньше было. Так что понеслась... Ну, удачи можно пожелать, победит сильнейшая команда. Но для Na'Vi надо здесь делать просто всю игру. И спасти их может только сайдпик, реально. Virtus.pro вчера, напомню, начинали на ESEA Invite League. Да, я пересматривал демочку. Начинали в атаке, и у них не залетело. Первую половину Na'Vi доминировали, до счета 7-1, потом ответ. Но поляки все-таки не дали взять 16 раунд. Опять же, сайдпик Na'Vi выигрывает вообще без проблем. И будут начинать, соответственно, за дефенс. Нам нужно немножко худ пофиксить, а вот ВП будут атаковать. Но атаки ВП здесь очень-очень продуманные. Мне кажется, что нас ожидает очень много интересного. В том числе что-то новое парни тоже покажут. Отмазкой не палимся, уже, по-моему, не катят. Ну и перед матчем, наверное, перед матчем с шведским НИП Virtus.pro стоит сейчас хорошенько разойтись. Так, ну, все, ты залетаешь, да. Ну все, давайте смотреть. Virtus.pro, первая пистолетка. У них уже была довольно-таки неплохая разыгровочка с Dignitas. Проиграли на Дасе втором со счетом 16-14 в рамках ESEA Лиги. Ну и теперь уже разыгранными будут проверять на прочность рожденных побеждать. 1-4 на выиграли. Не классику. Сейзит поджимает апдаун. Ну, видно то, что знают, что поляки будут действовать на Б-плент. Догадываются об этом Na'Vi. Сейзит поджал в упор. Ковач принимает на Дали, Зевс на первой линии, и давайте смотреть, поляки растянулись на котлах, Сейзит пока не поджимает, спина да, чекается. Сейзит будет заходить, как только пойдет выход команды Virtus.pro. Virtus.pro знает о Сейзите также, потому что, да, смотри, Костин полез сладкий к полякам, Нео почти умирает, влетают флешки в апдаун, поздний в итоге. Ой-ой-ой-ой-ой, ты должен был это сделать раз в жизни. Это было круто, Сейзит словил просто идеальный тайминг, забрал двоих. Дали поставить бомбу полякам, но это не главное. Сейзит забирает главное, Пашу. Главное, что раунд берется без потерь. Без потери. Сейзит дефузит бомбу вообще без кита, которого даже не потребовалось. Великолепная игра Дениса Костина. И это 1-0 в пользу Na'Vi. Начинают они весьма неплохо. Так. Slam Strike. Смените название стрима. А название стрима стоит Na'Vi против Virtus.pro. Star Series S9. Все четко, как удары плеткой. Как звон кинжалов, так, не знаю, аж плохо стало. Что еще тут сказать? Ладно, матч продолжается. И давайте все-таки сейчас, наверное,
посмотрим на Нави, что покажут. Вот я на самом деле рассчитываю на то, что они в первой половине сыграют так же, как и вчера, но возьмут немножко больше раундов, чтобы раздавить ВП. Просто поляки показали вчера, что умеют собираться, хотя мы это и так все прекрасно знали. А вот что покажут Нави... Вот у нас, как, у нас человек, который смотрел вчерашнюю игру. Я ее не смотрел, я пересматривал потом. Ну, ты видел, что происходило в первой половине, как именно закончилось. Сколько Нави взяли в защите, сколько набрали поляки в атаке. Вот это меня интересует. Нави доминировали первую половину. То есть за кого начинали? За КТ. Но они доминировали, говорю, там счет был 14-7 в пользу Нави, когда я еще вчера как-то там мимолетно посмотрел из скорбота, а потом я смотрю, там уже овертайм. И поляки тащат. Ну, как так? Да, вот кто-то мне говорил, что был вроде даже счет то ли 15-8, то ли 15... Да-да-да, 15-8 даже было, или 15-9, что-то но такое. Но, зная то, что это команда Virtus.pro, что под эгидой Virtus.pro сейчас играют те самые поляки, которые, наверное, одни из самых крутых камбэкеров, не знаю, наверное, так будет склоняться это слово, но эти парни действительно умеют давать волевые победы. И вот это был очередной пример. Итак, Virtus.pro закупаются в третьем раунде. Что будут делать? Быстрый выход. 2-3. Два игрока. Уже не будет быстрого выхода. Костин. Костин на ура сыграл, но он его здесь засчитал позицию Сейзда. За мусоркой дал блайн фас сотки. Старик запирает Сейзда на размене. Вдвоем выкуривают. И его тоже белый. Так, АВП от Ковача. Минус Нео. Все, апдаун закрыли. Остается белый. 1 на 1. 2 хп. 2 хп у товарища белого против Гвардиана. Ну, на самом деле здесь 50 на 50 по-прежнему, потому что у Ковача снайперская винтовка, он не попадает. И могут проиграть. Они проблемы для Словака. Всего лишь одна пуля понадобилась белому, дабы разобраться и взять первый раунд для команды Virtus.pro. Слушай, ну тут нельзя Нави, тут нельзя. Но вот Нави, знаешь, они, конечно, у них состав хороший, боевой, но слишком много аспектов в игре, в раундах решает Ковач. Нужен... ну, нельзя, чтобы на одном Гвардиане все заканчивалось. Ну, на самом деле, только что все было просто идеально с обеих сторон. Нави делали первый минус. Поляки моментально разменивались. Так было ровно до того момента, пока не упал Зевс и не выжил белый. Вот и что ж, ровно до этого момента. Занимают котлы вчетвером. Ну да, 4К, это, короче, изи-катка на Б-плен сейчас будет за... Да, у Ковача у единственного нет девайса, и он... Вот только сейчас к нему на помощь приходит Зевс. У Ковача ЦЗ-шечка. И как принимать с пистолетом выход на закрытый плент полностью вооруженных польских игроков, это, конечно же, для меня вопрос. Надо просто убить низ и по линии как-то сосредоточиться. Короче, минус 2. Ждем от Нави. Зевс чекает верхний. С дыма уже проходят игроки атаки. Ковач все еще в пленте. Зевс пытается подстроиться и теряется в стрельбе. Зевс, ну как же так? Ковачу также не удалось сделать минус. Только сейф забирает Пашу наверх вниз. Ситуация 3 в 4. Поляки в большинстве занимают... По-моему, это сейф. Это сейф от Нави. Устанавливает бомбу, и Нави еще не приняли окончательное решение. Сейз забирает Нео, белый минус Денис. Ну вот теперь точно ловить здесь нечего. Закрыли Старикса. Надо было изначально сейвить. Эдварда просто здесь уже не отпускает. 2-2, ВП сравнивают счет. И... Ну, позиции просто были хороши у Нави. Сейз заходил в спину. Это говорило о том, что все поляки находятся на закрытом пленте, и их выбить просто реально. Взяли в боевое кольцо Нави своих оппонентов, но то, что были парни в меньшинстве, сыграло немаловажную роль. 2-2. Счет равный, и у команды Na'Vi очередной экономический. Точнее, не очередной, а первый экономический в этом матче. Так, ну проведут они вот что там, чешки, да, покупают чешки, сейзит минус белый. Поляки играют быстро на апленд. Ну и терпилка начинается, конечно, сейчас ломаться у поляков. Сейчас сейзит второй минус. Второй минус на открытом. Пытается зацепиться за Снекса. Снекс его, в принципе, загнал в плент. Бомба лежит в транс. 5 в 3. Но тут все может быть, если сейчас поляков просто не отпустят уйти на Б. Вот если сейчас... Ой-ой-ой, Зевс отдает апдаун, уходит обратно на Б-плент. Это пространство для Virtus.pro, и они понимают, что сейчас Na'Vi их боятся. Нет, на самом деле, вроде бы все правильно сделал Зевс. О, пошли обратно, смотри, пошли обратно. В итоге покрошил их Старикс, но еще ничего не закончено. Но есть Гвардиан, его пистолет может сыграть важную роль. Но стреляет он не по красному игроку и пропускает. Пропускает бомб Кэрри Плент. Хорош, попадает папаша, приходит Зевс, берет девайс, готов зайти в спине. Ну вот сейчас нужно делать релат и заходить. Гвардиан, синхронно открываются парни, и Зевс проходит в спину. Ковач должен жить. Заходит Зевс, бреет первого, стрельба второго. Нет, Паша разворачивает, Ковач пушит. Бей Пашу, да, есть минус 3-2, и это нереальный Гвардиан. Это эко-раунд. Ну, Гвардиан не то, что нереальный, он забрал красного Пашу, а вот основная, наверное, хвала достается Денису Костину, который сделал два опен-фрага и стал
Ну, я не знаю. Камнем судьбы просто. Камнем судьбы, камнем, да, судьбы в этом на раунде. Открытом пленте. Но он нормально поймал, на самом деле, с чешки. То, что двоих закрыл, это самое офигенное. Ну, зная, как играет Костин, можно сказать, что у него там тоже в голове, наверное, прикрутилось. Да пошли вы, пыш-пыш, да пошли вы, пыш-пыш. 3-2, ну и Нави вроде бы сейчас могут вернуть сторону защиты в свою колею, направить всю свою энергию в нужное русло и попробовать все-таки доминировать. И может даже жестче, чем вчера. Хотя ВП уже ответили жестче, чем вчера. Вот так вот. В общем, фулл рандом в этом матче, и кто победит, опять-таки, непонятно. Ну качели в начале первой половины, это всегда интересно. Но, по-моему, Нави здесь не устроит ничья, и поражение тем более. Ну, как бы, будут потеть, тащить, стараться. Просто понимаешь, если они сейчас не берут что-то с компьютером? Все нормально, я пытаюсь смотреть на турнирную таблицу и оценить действительно шансы на выход команды Нави на финалы 9-го сезона. Так, все, Зевс заультовал, короче, сжег Нео, забрал Снекса, отдался Тазу, но это уже не важно, потому что Таз там далеко не уйдет с первой линии. Хотя не, рашит Эдварда, Эдвард еле-еле выживает, бомба ставится. Паша будет играть на запирание поздний дым, и Паша не выходит, его не простреливают. Гвардиан делает минус. Паша играет в дыму и... Ого, Эдвард. Просто рандомный хедшот в дыму находит Пашу. Последнего он поляка. Он понял то, что, скорее всего, Паша будет от стенки прятаться и пытаться что-то показать на максимуме. Но вот знаешь, бомбу дают ставить полякам, и это бай. Это плохо. Если принимать сразу, то проблем не будет в дальнейшем. Так, ну и посмотри, что у нас тут такого интересного. У команды Na'Vi 8 игр. Точнее, нет, 11 игр. 8 побед и 3 поражения. Идут парни пока на третьем месте. Ну... У поляков ситуация такая. 7 игр, 7 побед, 0 ничьих и 0 поражений. Да, конечно, поляки могут себе позволить проиграть Na'Vi, а вот у Na'Vi нет такого права. У Na'Vi нет такой вообще прерогативы. Ну, то есть, опять приглашать? Опять кто-то не поедет? Пятыми на финал. Да нет, друзья, вот на этот сезон уже точно можно сказать, что любая команда, которая выйдет, приедет, потому что... Ну, просто потому что в этом все уже уверены. Так, Гвардиан. И пока Гвардиан. Или ушел? Ушел, ого. Да, но дают поставить полякам бомбу. Это хорошо скажется на экономике команды Virtus.pro. Ну и дальше Старикс вместе с Эйздом. Зажимают транс. Просто зажимают по трансу в два дула и пятый раунд для Na'Vi. 5-2. Ну пока все как вчера, в принципе, складывается. Видим, что раунды берутся с потери в одного-двух игроков. Это неплохо на самом-то деле. Но вот что будет дальше... Увидим позже. Так, Паша берет АВП, АВП Гвардиан. Так, Гвардиан играет у нас преимущественно, а вот посмотрим, куда пойдет Паша. Так, давайте, наверное, останешься на Паше, я останусь на Гвардиане. Может, нам повезет, и мы увидим сейчас какую-то нереальную перестрелку. Да, смотри, зелень, 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 идут снайперы команд обеих, Паша. Но Старикс идет в поджим. А тут есть приемный на поджиме. Посмотри, подсадка, подсаживают Пашу. И Гвардиан смотрит сразу на подсадку. Паша минус Старикс. Гвардиан также стреляет, ну и все, тут можно изолировать. Поляки туда уже не пойдут. Гвардиан вот оставляет за собой дым, и ВП перетягивается в дом. Вот такой вот микромомент выигрывает команда Virtus.pro. При поджиме зелени на самом деле, если... порожденные побеждают, на самом деле, остаются в меньшинстве. Если бы Старикс не поджимал, а просто встал за цементом, то Гвардиан бы убивал парня на подсадке. Совершенно спокойно. Вот видишь, аркада вроде она и плюс, и все было бы нормально. Если бы менталка была, Старикс бы убивал. Но вот если бы не пошел, было бы все наоборот. Так, ну что же, Ковач стягивается на закрытый плен. Будет в одиночку принимать выход на закрытую. Ну, именно сюда пойдет команда Virtus.pro. По-моему, его сейчас будут разменами брать с верхнего. Ну, он играет классическую позицию. И идет раскидка от Virtus.pro. Длинный. Так, ну, наверх не смотрит, низ пропускает. Сверху уже выходят два игрока. И низ начинает стрелять по Ковачу. Тот испугался, упал флешкой вверх. Там стоит белый Ковач. Ой-ой-ой-ой-ой, ну вот столько дыма, конечно. ВП пропушили по центру Б-плента, и это должно было застать врасплох Na'Vi, но справляется Сейзет, исправляет ситуацию. Да, Сейзет забирает чуть-чуть Пашу, Зевс, который контролировал поджим со спины. Ну посмотри, теперь... посмотри, где оказался Таз. Нет, Эдвард! За секундочку рассыпались поляки, и это шестой раунд для команды Na'Vi. Но у поляков опять бомба, и это опять бай, и снова проблема для Natus Vincer. Просто хип-хоп, don't stop, как говорится. Ну серьезно. Так, слушай, ну вот... что же, опять-таки же, поставленная бомба способствует баю команды Virtus.pro и в этом раунде. Ну и что придумают сейчас поляки, мы с вами узнаем прямо сейчас.
Что придумают поляки? Что же они придумают? Что же это будет за раунд? Ну, вот как видим, поначалу Нео один в десяточке. Четыре игрока команды Virtus.pro отправляется на зелень. Это будет выход на Эдварда. При этом ты не обратил внимания на ультрафейк, раскидку на планте сотки, на которую посмотрели все игроки команды Na'Vi, знают о зелени. Нео заходит. Но поп-док, и вот она, решалочка от Virtus.pro. Просто без шансов закрывают первые три позиции. И у Na'Vi все очень плохо. Зевс, Ковач вдвоем. Ну вот Ковач мог сейчас подрезать, но Паша обошел. Зевс по линии. Ну, тут ничего не сделать, 6-3. Какой-то безупречный раунд получился у поляков. Ну вот опять-таки, им есть чем удивлять, понимаешь? Они настолько непредсказуемы, к ним все привыкли, к их вот этим вот дефолтам, медленным раундам, что они могут один раз там из пяти взять, ударить по зелени, и ты этого просто не ждешь. Хоть там будет 5 гвардианов стоять. Просто очень, очень плотную раскидку тоже стоило отметить. Na'Vi потерялись 2 раза в раунде. Сначала ожидали сотку с апдауном, но когда поджал Зев, стало понятно, что это зелень, но раскидка-то уже была осуществлена. Знаешь, и самый большой вопрос в чем? 4 игрока бежали по зелени. Как Нео один раскидал, так всех остальных. Сейчас просто вот момент на $1 000 000 был от Сейзеда вместе со Стариксом. Ну, надо еще забрать тазы, чтобы точно было, все было. Шикарно. Ну и в итоге живых только Паша под окнами против 4 игроков команды Na'Vi. Постарается Паша забрать как можно больше навижников. Забирает Стариксом. Ну и Эдвард ставит точку в этом раунде. Эдвард его просто сверху потушил. И Сейзед тоже такой туда же. Ну, жесть. 7-3, 5 раундов разницы. Вот вчера с таким же счетом я увидел первый раз скорбот, поэтому здесь я просто буду молчать. Не знаю, что поляки будут дальше делать, но у них явно в плане сейчас на... Так, будут ставить бомбу, и это будет апленд. Есть 3 чешки, один по 250 и один АКМ у Снекса. Давайте смотреть за ним, он будет выходить последний. Его задача закрыть размен. Если размен, конечно же, будет. Na'Vi могут, в принципе, и в сухую сейчас, в сухомяточку всех сожрать. Сейзед принимается осепки, уверенно. Чекают вверх, белый, Сейзед уходит, бомба за Снексом. Но Снекс, смотри, третьим за меня проходит, Сейзед это дело слышит, дает инфу Зевсу, Зевс не фокусит. Все, зафокусили, бомба упала, все, поляки закрыты. Вот только что реакцию показал Ковач, Тас впритык подобрался к десяточке, где стоял, собственно, снайпер команды Na'Vi. Ну и на этот раз Гвардиан не оплошал. На этот, вот Гвардиан он вообще редко лажает. Он как раз, он таки пишет: «Рофл, you scared me to death, Тас». Реально испугал до смерти несчастного словака, ну и чудом справился со стрельбой Гвардиан и без проблем забрал капитана команды. Несчастно. Не знаешь, как это прозвучало вот унизительно несчастного словака? Ну, ты прочитай его обращение, он пишет: «До смерти напругал». Действительно несчастный. О, ну ладно, бывает. Суслик боится, но... Уже минус Нео. Уже минус Нео. 12-й раунд. Virtus.pro холдят в доме. Пока у Na'Vi получается брать раунды на А, но вот на Б с переменным успехом заканчивались перестрелки. Принимает один Зевс. Virtus.pro не торопится. У них есть опять-таки Паша с АВП. И ввиду этого может быть даже так, что они, отстояв там до 30 секунд, просто пойдут засейвят. Да, такое тоже бывает, ребят. Но 4 в 5 для Virtus.pro разыграть на против Na'Vi — это дело принципа. Так, все, будет готовиться точно апленд. Но то, что у Паши АВП, это огромный минус. Он, не, он хорошо стреляет с АВП, он мейн как бы снайпер. Ничего никто не говорит, но типа мобильности не будет на точке, а здесь она будет нужна. Ну, вот пытается выцелить Ковача, Ковач играет совсем с других позиций. И опять же размены, Паша мажет 2 зума подряд. Старикс перекрывает кислород всей польской команде. Паша в драке, так знает о единице, но не знает о том, где находится Сейзед. А, нет, это есть Сейзед, лол. Он о нем и знает. Он не понимает, где Зевс. И Паша, посмотри, разворачивается, спокойненько уходит обратно в апдаун. Это фейк от Паши. Ну, слишком мудрено. На'Vi даже не поняли вот такого вот развода. 13 секунд остается. Все, Паше делать нечего. Все, Сейзед забирает раунд себе. Есть ТВП для Суслика. Все, Сейзед даже с подарком на следующий раунд вернется на респаун. Зевс. Зевс чуть раньше подобрал АВП, ну... 9-3. Разобрались парни, второй ВПМ явно в дефенсе не надо. Будут разыгрывать в качестве снайпера только словака. Ну и 3 раунда до конца первой половины. Смогут, кстати, ли поляки взять еще, кстати, хотя бы парочку? О чем вот у меня мысли такие в голову приходят. Na'Vi — это такая команда, ну, знай Зевса, да, которая после всос еще плотного всегда общается и разбирает сразу. Вот если они нашли сегодня в себе, для себя время и после вчерашнего поражения и сделали выводы, то, скорее всего, они дожмут в первой половине и покажут уверенно что-то во второй. Поэтому пистолетный раунд второй половины будет самый интересный по инициативе Na'Vi. Главное, чтобы они слишком инициативу сильно не проявляли.
И если все-таки вчерашнее поражение их задело, они это разобрали, то сегодня, ну вот сейчас уже 10-3, да, если выйдут на 12-3, то будут шансы. Вчера, кстати, в первой половине счет примерно такой вроде и был. То есть они нормально доминировали. Типа где-то 11-4, 12-3. Ну да, 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 да. Но ВП собрались вообще яро. Ну я даже не буду, чтобы вот не врать, да, там зрителям. Давайте просто пока смотрим этот раунд. Он будет, скорее всего, затяжной на апленд. Можно просто посмотреть результаты, все. И не париться. Так. Ну, 15-19 в овертайме слили. Так, и статистика, статистика. Так, нет, тем временем, Сейзов-то. Есть опенфраг в одном из последних оружейных раундов для поляков. Забирает Пашу. Выводит свою команду в численное преимущество. Ну и Нави спокойно готовы довести первую половину до счета 12-3. Непонятно, почему хэт-то-хэда на Хелтворге нету к этому матчу, но он должен был быть определенным. Так, ну что ж. Как же вскрыть вот такие вот невероятно прочные оборонительные редуты украинской команды? Поляки еще не нашли ответа на этот вопрос и по-прежнему пытаются что-то придумать. Гвардиан очередной минус забирает Нео. 3-5 ситуация в одном из последних раундов первой половины. Сейзов забирает Аза. И ну, это упала бомба, да. Все решено. Это крутое пике для Польши и 11-3. Вот самое главное в последнем раунде не отдаться быстрому девайсному, а он будет по-любому. 3-5, 4, 4-2, 3-8. Поляков все хорошо с деньгами. Опять-таки вот эта серия бомб. Серия бомб, которая в конечном итоге дает полякам деньги. Да. На последний вот раунд. Более-менее стабильная экономика. Парни проигрывают уже вот фиг его знает какой. По-моему, если не ошибаюсь, счет был... Когда взяли последний раунд поляки? На зелени это было, по-моему? Да, да. А счет был, если не ошибаюсь, где-то 5-3, да? Это говорит о том, что минимум серия из 6 раундов отслеживается у Нави. И что же будет дальше? Таз, опенфраг, забирает Сейзеда. Ну, сейчас будет 6, если выиграют. Но пока плохо заходит. Нет, Старик справился. Пятая линия. И Старикс ушел живой. Белый не успел его разменять. Антитимплей от ВП. Можно было сфокусить Серегу первым, чтобы пройти дальше в точку. Нелогично решили разыграть поляки. Удивили, конечно, сейчас они Нави этим самым. Тем не менее, так, Таз запнулся об сцепку, упал в плент. Есть еще красный Таз, кстати. 7% здоровья остается у капитана команды Virtus Pro. Ну и вся надежда только на Снекса. Таза должны забирать. Спокойно, причем без всякого боя. Ну подожди, стрельба Снекса может сейчас тоже выстрелить. Запирает на ближней позиции Зевса. Бочка падает, Ковач минус Таз. В апдаун уходит Снекс. А Ковач-то красный, СВП, и не ошибается Словак. Отличным выстрелом. 12-3. СВП. 12-3. Последнего поляка и да, 12-3. Ну что ж, теперь самое главное это не слить пистолетку и не дать польской команде собраться. А поляки, на самом деле, это такая, такой КС от Польши всегда был, который просто собирается. Вот вроде бы и должны проигрывать, но хоп, камбэк. Хотя не будем забывать, как Нави первый раз в жизни обыграли MTW на EM, поэтому все может быть. Пытаюсь найти сейчас лог матча и... Так, Нави. Ты знаешь, какая жесть по матчам? Вообще просто с ума сойти. Ты бы выделил турниры, и он тебе показал. Тут проблема в том, что что-то тут как-то... Слушай, ну я даже не знаю. Какая-то... Так, ладно, Coverage. Давайте зайдем. Coverage, yes, я. Сезон 16, Европа. Results и нашел. 19-15. Ну а что же было у нас? Ну нет, все-таки счет по половинам. Ну давай, да, забей. Походу, там, наверное, в этом есть демка. На ЕС я, вот там точно есть подробная статистика. Мы же демку сейчас не посмотрим. Давай уже с тобой это потом. Да, поясним. Давай, давай, пока прямую трансляцию проведем до конца в этом матче. Пистолетный раунд, в котором, скорее всего, решится судьба этого поединка и исход этой встречи. Смогут ли Нави дожать команду Virtus Pro? Пистолетный раунд. У Снекса опять-таки же гиперинтереснейшая позиция, и он готов. Но это он зря, это он зря. Нави знают об этом, еще сготовится. Да еще на финалах 8-го сезона Star серии была замечена вот такая позиция. Слушай, а что вот сюда нельзя залезть? Я бы залез сюда лучше. Это тут офис Романа Сергеевича. Я бы там тупо сидел и принимал закрытый хоть каждый раунд. Так, ну что же будет у нас происходить? Нави готовы попытаться выйти на закрытый плент. Нео и Снекс также готовы принять вот такой вот заход от команды Нави. Снекса прочекали или нет? Снекс падает.
Нео не делает минуса. И нет, делает все-таки Нео минус. Забирает Гвардиан, не дает тому поставить бомбу. Эдвард разменял. Так, Эдвард еле-еле там просит. Так, Старикс пушит. Ах ты ж, на реладе уходит. Опасная ситуация у Старикса. Надо выигрывать 3 в 2. 3 в 2. 2 в 2. Старикс, если проигрывает перестрелку, то это минус раунд. Старикс второй. Раз на релад. Пуш от Эдварда. Минус попдок. 1 на 1 против Таза. Бомба на Эдварда. Все шансы в руках команды Na'Vi. И Ваня должен просто... Сейчас, я не знаю, Карвалолиус, влетает флешка, Эдвард сам от нее белый стоит, Тас его ждет, но ничего не происходит, Тас начинает топать. Что происходит с Тазом? Тас потерял пистолет, потерял дефузы. Он кидает, он подобрал молотов, хотел кинуть в Эдварда, но Эдвард в этот момент услышал топот и дайв зах. 13-3, все, мое сердце, my heart is alive. Ну вот теперь надо... выдохнуть и спокойно взять два экономических от команды Virtus.pro. Теперь... сделать счет 15-3 и взять хотя бы один матчпоинт из 12 возможных. И тогда Na'Vi дают ответку, по сути. Ну, если на ESI они сыграли плохо, то на StarLab, видишь, как у них кипит за StarLab-то? Как хотят на ланы парни. Что это тебе не команда Aces, которая постоянно оправдывается. Так, ну один минус сделали Na'Vi. Забрали Пашу Питерса на зелени, при этом Старик остался чудом в живых. 3% здоровья у игрока команды Na'Vi, и что же будет дальше? Белый, вот эту лестницу просто, как он сожрал Сейзеда. В апдауне залез на лестницу и с 5-7 успел, умудрился попасть в голову. Костин расстроен. И поляки понимают, что пистолетка начинает потихонечку срастаться. Na'Vi, тем не менее, все еще растянуты по карте. И самое главное, вот вся сила в этой ситуации, это в сплоченности, когда все будут играть от одной позиции. Ну или хотя бы от двух. Так, Зевс, апдаун. Сотки, Гвардин. Ну все, здесь может получиться хорошая бомба. Главное сейчас не словить шальную пулю откуда-то. Так, ну вот заметили, если не ошибаюсь, Нео в зелени или... Да, это Нео в зелени, мансует, и только сейчас Зевс может сделать... Нет, сделал Зевс минус. Ну, Нео там нормально держит, к нему уже суппорт пришел. Все, Гвардин красный. Ну, короче, поляки отвечают. Тасс с ЭКМом будет выходить в спину к двум игрокам в плент. Зев зачем-то поломился без огневой поддержки. Непонятно. Поляки просто ждут. Нео тоже с девайсом. Все. Зев поломился и, самое главное, потерял клон. Нео просто шикарно отмансовал за вагоном. Жил как можно дольше. Сделал минус Зевс, подобрал его девайс. Ну и дальше без проблем. 13-4, раунд. Ну, вот белый, смотри. Virtus.pro. Белый ржет над Сейзедом. На самом деле, Na'Vi должно быть не смешно, потому что они упускают реальный шанс. Они упускают свой лан-финал. Реальный шанс заполучить ничью в этом матче, заполучить 12 матч-поинтов, ну и заработать 3 очка в действительно важнейшем матче для рожденных побеждать. Ну, короче, изи-катки не будет, как мы с вами предполагали еще раунд назад, и Virtus.pro сделали то, что, в принципе, умеют делать только поляки, это собираться в нужный момент, и собрались как раз-таки на эко. Ну, перехваченные девайсы сейчас, конечно, будут работать, я думаю, правильно. Тем не менее, Na'Vi не теряют, посмотри, инициативы и попробуют сыграть на бомбу выпадом с апдауна. В том, что падают вдвоем, втроем. Тасс это дело все прочекал сейчас. И начинается сбор халявы. Ну, приходит, халява оказывается не такой уже халявной. Красным остается Тасс, но упадет ли капитан поляков? Нет, выжил. Повыч как на коньках катается против вот этих вот спаммингов с Зиги. Вообще жесть. 13-5, УВП-5. УВП-5. У Natus Vincer 3500 по деньгам. И парни решаются на волевой бай. Кстати, непонятно зачем. Преимущество по раундам действительно ошеломляющее. Можно было провести еще один экономический. Ну, скорее всего, они хотят удивить поляков. Удивить, да. Вот действительно... момент нежданчика такой вот разыграет команда Na'Vi. Ого, что это будет? Это будет раунд... Слушай, ну, сейчас они ошибутся. Эдвард уже занял верх-низ. И готов удивлять. Сечешь, они сейчас просто четверо типов примут спокойно. Все, Na'Vi перестроился. Ну и все, спасет только стрельба, ей-богу. Слава богу, нет еще АВП пока у поляков. Белый, есть опыт, фраг, забирает Сейзеда. Но на стрельбе пока берется первая линия, Na'Vi приходит на хелпу, тут уже четверо. Ну, Старик забирает белого, а вот это поворот, 4 в 3. И вот сейчас самое бы время было развернуться, уйти в апдаун, выйти закрытый. В итоге... надо жить, Зевс забирает Нео, 3 в 2, Таз и Снекс против Эдварда, Старикса и Зевса. Эдвард забирает Снекса, Таз один против троих, такое мы уже видели против команды. Но здесь Тита. Не так, здесь все не так, и никакие французы, это Na'Vi, и с ними побороться тяжело, 14-5. Na'Vi второй раз устраивают для своих фанатов побег в аптеку за Карвалолом. А поляки сейчас начинают понимать, что вчерашняя их победа была проанализирована.
Слушай, ну видишь, они 5-4 выходили на плент. По сути, поляки должны были перекрыть вообще им все. Там и кинуть даже толком нечего было. Но Старик зарешал. Да, два минуса от Сережи Старикса. И вот залог успеха для Нави во второй половине. 14-5. Сереже нужны еще два минуса. И тогда можно ехать на финалы Стар-серии. Конечно же, если не сбавите обороты и будете играть в том же духе. С той же мотивацией и с тем же стремлением. К победам. Затишье абсолютное на карте, и также Игорь замолчал. Не, ну я просто понимаю сейчас чувства команды Нави, они боятся обосраться, как бы, ну, там пистолеты, а поляки могут, да? Но, тем не менее, у них очень весьма организованный выход на закрытый, 2-2 звеньями, и пропустили только плент. Так, ну вот какой-то разводящий раунд Сережа Старикс пытался разводить зелень, тем временем упала вся команда Нави на закрытый, в живых остался только Гвардиан. Ну и 15-м раундом здесь даже не пахнет. Так, ну добьют в этом году Ковача, не? Или он решил взять сейчас клатч? Ну борется до последнего, Словак. Забирает нашу битву. Есть еще красный нео. О, попал по тазу на минус 70 при проходе в точку. 14-6. Слушай, организоваться смогли, но прикол в том, что вот когда выходили, смотри, верхний вышел, упал и начал стрелять. А снизу два игрока вообще тупо бездарно. Вот они вышли, и вот здесь сидит чувак. Вот здесь вот торчит голова. А чувак отсюда просто, забей. Стреляет себе под ноги, типа, чтобы не спалили, что он упал, бежит дальше. Ну, вот внимательности не проявили. Ну, Нави в предвкушении, конечно, победы действуют. И я думаю, сейчас вот один эко-раунд и 7-й раунд для Virtus.pro вернет их на землю, и они, наконец-то, начнут думать. Главная проблема для Нави — это девайсные раунды поляков, которые будут, наверное, постоянными и регулярными. Сейчас они не ожидали, конечно, таких вот моментов. Так, ну вот не отдается обойти Эдварду в спину. Бомба ставится, есть деньги. Все хорошо, и остается последний сизот. Долго не живет. Белый расправился, все нормально. Задача минимум выполнена. Бомба установлена, деньги будут у Нави на следующий раунд. Но надо его еще взять. Как это делать Нави? Так, ну все, сейчас вот я тут смотрю в окно. Смотрю там у аптеки очередь. Много-много... Стоят молодых людей до 18 у аптеки в желтых кофтах. Просит кроволол. Девайсный раунд. С рукой на сердце. С рукой на сердце. Девайсный раунд. Гвардиан идет повелевать сейчас жизнью Паши и вообще игрока на зелени. Но его тупо прослайдили, зачекали и запрострелили. Гвардиан оставляет после себя вот такое вот мрачное пятно. Похоже на пятно, которое вы оставляете с утра. Ну ладно. Попали на минус 50. Вот непонятно, что он решился все. Он, наверное, думал, то, что Паша АВП возьмет. И посмотри, у Нави подсадка на зелень. Они думают, что играют против Алика. Но ни одного выстрела не было сделано. Ни со стороны атаки, ни со стороны защиты. Да вообще, по-моему, поляки за всю сторону дефенса еще ни разу не использовали снайперскую винтовку. Еще смотри, поляки вот такая команда, которая играет 1Б. Но здесь они решили твердо то, что 1Б уже не получится. И оставляют Нео в поддержке с Нексу. Что у Нави в атаке? Давай посмотрим. Гвардиан один по-прежнему в десяточке. Старик со Сейзет вдвоем на зелени. Сейзет бежит с бомбой к Словаку. Эдвард будет выходить сверх-вниз. И да, это сплит апвента. Ну, Сейзет сейчас, походу, потушит, как я понимаю. Или нет? Ну, я надеюсь все-таки, что Паша получит пулю. Нет, Паша аккуратненько зачекал. Заметил Дениса на цементе и спокойно забрал. Ну, и раунд называется раунд-тупик для Нави. Сейчас просто 4 человека... Из команды Virtus.pro, да-да-да-да-да, вот оно то самое. Ну. Без комментариев, просто без комментариев. Нави сейчас что-то исполнять начинают. Играли до упора, ну вот зелень, конечно, не зашла, но зелень это самое рисковое. Вот когда же до Нави дойдет, то что на тайминге 55 секунды, поляки уже вчетвером находятся на А. Они второй раз вышли вчетверых. Если в одном из раундов перестрелял Старикс, то на каждый раунд Старикса будет просто не хватать. Ну вот надо еще одно маленькое чудо от Сережи Старикса, и тогда можно будет оформить ничью в этом матче. Напомню, у нас не играются допы. У нас все закончится со счетом 15-15, если, конечно же, такой вариант будет. Но Нави ничья просто никак не устраивает. Если они здесь не выигрывают, то лан-финалы становятся... Просто каким-то призрачным шансом для них. Недостижимой целью. Я не знаю. Ну что ж, выход на закрытый 3-1 или 4-0. Да, 4-0. Нет, 3-1. И один чувак на Снэкс. Прощается со Стариксом. Ну, Гвардиан пытается подобрать себе игрушку.
На тебя нахрен. Недаром подобрал. Забирает Снэк с уверенным хэдшотом Зигва. Дальше что будет? Ну, дальше попытка убить Кубски. Дальше Кубски не даст поставить бомбу. Да, и прикрывает таз. Гвардиана убирает верхний. 14-9. Virtus.pro практически берут 10-й раунд. 10-й раунд будет означать лишь одно, то, что ВП сделают камбэк. Обязательно. Но сейчас решится как раз-таки судьба раунда поляков и 15-го раунда команды Na'Vi. Прикол, конечно, то, что допов нет у нас, но что поделать. Такая система проведения, да. Так, ну вот посмотри, Na'Vi задумали что-то интересное. Будет раскидка открытого пункта, а бомба будет, скорее всего, поставлена на абсолютном морозе. Будет невероятное количество дымов сейчас у нас на... А. Так, Эдвард не подловил чекающего Снэкса. Раскидка апдауна. При том, что с ноги раскидывается, и таз просто сейчас не знает, сколько ты человек... просто общим планом захвати все происходящее. Слушай, они опять идут против четверых. Ну куда вы? Все нормально. Белый, есть опенфраг, забирается Изда, также минусует уверенно Гвардиан. Ну, опенфраг от Белого, это минимум минус 2. Зев, Старик, Сплинтей, с выдержкой играет Эдвард, ловит в зиге суппортящего Снэкса, выпрыгивает, видит второго минус Нео, найс, 3 в 1, Паша последний с АВП. Вот так вот ты просто заочно хоронишь команду Na'Vi, все нормально. Ну, когда они идут вчетвером, это вчетверых, это уже проблема. Все было четко. Идеальные дымы, идеальные флешки. Потеряли двоих, не проблема. Сделали два минуса, после этого вырвались вперед и поставили точку. 15-9, 6 матчпоинтов для команды Na'Vi. Но если бы они в пленте не захалдились в дыму и просто хотя бы попробовали бомбу сразу поставить. Да, кстати, вот поляки бы перестреляли. Я изначально думал, что будет просто попытка установить бомбу на морозе без какого-либо размена. Да, они сыграли уже на верочку. Видишь, это значит то, что вчерашняя игра все-таки дала... Вчерашнее поражение дало какие-то плоды и мысли для размышления. Собственно, и сыграли в пункте. Зашли в точку в минусе, но выждали единицу, выждали сам плент. И Эдвард просочился, кстати, вовремя в зиг. Вот это было непредсказуемо. Ну что ж, со Снэкс начнется, наверное, здесь прием. Хватит ли внимательности команде Na'Vi? Ой, Снэкс! Ну, пока выдерживают неплохую паузу, рожденные побеждать, что, конечно же, способствует... Подожди, а что с тазом? Таз, посмотри, на один из ключевых раундов просто подвисает таз на базе. Ну вот, что произошло с поляком, непонятно. 4 в 5 у нас разыгрывается этот раунд. Таз даже не пингуется, у него как 46 есть, так 46. Ну... Вот она проблема для команды Virtus.pro. Но Na'Vi-то об этом не знают. Думают, что играют против пятерых. А посмотри на экономику. Что-то на последнем раунде не купили. Вот 13500. А, 13150 у Таза. И одному еще не хватило на бай. Вот это фейл повис. Польская курва. Сейчас слышала вся Польша, когда он повис. Я уверен. Но это жесть. Это жесть, неприятный момент. Так, ну что же, вроде бы раскидка закрыта, но при этом Na'Vi продолжает оставаться на своих позициях. Только сейчас будут выходить. И это все зависит от Снэкса. Снэкс закрывает Старикса, Na'Vi разворачивается, выходит на их, принимает здесь Паша. Паша, ой, размен от Гвардиана, 3 в 3. Это, скорее всего, ГГшечка. Если Na'Vi не допустит сейчас ошибок... Ну погоди, еще Нео есть. Таз вернулся в игру, подобрал девайс. Но уже поздно. Да, слишком поздно. К сожалению, это ГГ. Вот такая вот неоднозначная ситуация в конце этого поединка. Поляки потеряли таза на некоторое время, что сыграло с ними злую шутку. 16-9. Вот такой вот счет в этом матче. Поляки одерживают второе поражение в сегодняшнем игровом дне. Одерживают второе поражение. Это их первое поражение за сегодняшний игровой день. Проиграли Dignitas на Dusty 2 в рамках ESEA Лиги. А, ну ESEA это мы не берем в расчет. Еще один матч сегодня для Virtus.pro. Соперник NIP. Шведский НИП. Те самые парни, которые когда-то шли 87-0 на LAN-чемпионатах до приезда в Киев. Ну что ж, увидимся с вами через несколько минут. Услышимся. Оставайтесь с нами, далеко не уходите. Финальный бой будет просто эпичный.